очень прилично. Ты можешь пропустить что-то. Че? Последний пас перехвачен, и атака закончена. Они мне вообще не бегают. Партнер по команде получает мяч, и что же будет делать? Удар по воротам. Ну что ж, вздохнем и посмотрим, как команда угловой подаст или разыграет. И вот удар головой. Думаю, надо бить и забивать. Опасно. Удар и отобрать мяч по новой, а так как не завершена, можно получить контратаку.